Всем привет, с вами Мелок. В каждом ролике я выражаю вам благодарность за вашу поддержку канала. Ничего не изменилось, и даже в этом видео я хочу сказать каждому большое спасибо за лайки, комментарии и подписки. Ну а теперь начнем. Многие игроки хотят поднять рейтинг, кто-то 4000, кто-то бриллиантовую лигу, и у всех разные цели. Кому-то нужен аватар и камуфляж на любимый танк, а кому-то нужны кусочки из со шестого бесстрашного. Так вот, в этом видео я расскажу вам, как получать больше очков рейтинга за бой при победе, а при сливе не слишком уходить в минус. Слушать обязательно до конца. Итак, первое, что я могу вам посоветовать, не спешите никуда. Старайтесь по возможности помогать своей команде. Нет, это не значит, что на какой-нибудь СТ нужно стоять в кустах. Просто играть более сейвово. Лишний раз не подставляться. Если команда давит фланг, помогайте ей. Но также старайтесь не принимать лишнего урона. Потому что в дальнейшем бой может перевернуться не в вашу сторону. А придется тащить именно тебе. Запомни это. Второй совет довольно-таки очевидный, как я думаю. Играй на имбовых танках, желательно 8 уровня. Именно на 8 уровне проще всего поднимать рейтинг, так как находясь в топе против семерок, у вас есть некое преимущество перед соперниками. Ну а я перечислю вам несколько танков 8 уровня для РБ среднему игроку. Первый танк — это ВЗ-121ФТ, либо же, как ее называют, ВАЗа или Копейка. Далее Химера, потом Т-54Е2 Акула, либо же АМХ-М449. Объект 252У, Экшен Икс и Гусь. На данных тачках игрок среднего класса легко сможет апнуть платиновую лигу, то есть 4000 рейтинга. Ну а теперь перейдем к танкам уже для более скилловых и опытных игроков. Проджета 46, Химера, также Т-54Е2 Акула, ВЗ-121ФТ, П-44 Пантера, Т-49, ФВ-301, Экшен Икс и Скорпион. На данных машинах, если запотеть, можно взять бриллианта, но нужны хорошие навыки игры. Ну что ж, ребятушки, перейдем к третьему совету. О нем мало кто знает и пользуется. Ставьте противников на катки. К примеру, выкатывается, либо же упарывается танк, ну как это всегда бывает, да? Вы поставили ему каток, по нему скинулась тима, и вам идет урон ассистом. За это тоже дают очки рейтинга. Одна в этом только есть проблема. Не всегда прям вся команда может скинуться уроном. Особенно если вы играете на низком рейтинге, там ребята не совсем умные. Но все равно, очень годная тема, сам так делаю. Еще бы хотел дополнить, за уничтожение танка выше уровнем тоже дается надбавка к получаемому рейтингу. Это вам на заметочку. А на этом у меня пока что все. Если вы можете меня дополнить, напишите в комментариях. И мне, и другим зрителям будет полезно. А также, если не трудно, поставьте лайк и оформите подписку на канал, если этого еще не сделали. Буду стараться делать качественный и годный контент. Скоро увидимся, не болейте.